Дорогой Владимир Борисович, что я говорю, Владимир Борисович? Володя, мы с тобой прожили в театре более 50 лет. Еще со времен Яншина, когда он нас принял в театр. Мне в моей жизни очень повезло, потому что, когда я пришла уже почти 26 лет назад в театр Станиславского, я встретила такого доброжелательного, добропорядочного и очень благородного человека и необыкновенно талантливого артиста. Спасибо вам огромное за то, что много-много лет назад, когда я пришел в этот театр, вы так радушно приняли меня в вашу театральную семью. Спасибо за интересные беседы, за мудрость, которой вы щедро делитесь, за счастье работать с вами на одной сцене. Просто за то, что вы есть в моей жизни. Спасибо вам огромное. Хочу сказать о том, что для меня вы пример. Пример блистательного артиста, человека и мужчины, джентльмена, при котором всегда чувствуешь себя женщиной, хочется выпрямиться. Для меня это такое, ну, для меня вы эпоха, легенда. Вас любят, на вас молятся, к вам прислушиваются. Вы наш кумир, вы наша путеводная звезда. У вас также великолепная жена, прекрасная дочь, внук, который вот-вот женится. У вас все есть для счастья. Я даже не знаю, что вам пожелать. Наверное, чтобы все это сохранялось как можно-можно дольше. Я хочу тебя поздравить с твоим потрясающим юбилеем. Вот сказать, что ты замечательный артист. Артист, который может сыграть любую роль, и комедийную, и трагическую, и героическую. Ты большой труженик. Актером ты создал и сделал сам себя. От души желаю самого лучшего, самого светлого и самого чистого. Ты для нас просто как звезда Альтаир. Ну, любви, счастья и всего-всего самого хорошего. Обязательно здоровье. Остальное у тебя все есть. И семья, и роли, и работа. А для артиста работа – это самое главное. Еще раз поздравляю. Иди, иди сюда скорее! Здесь, сюда! Вот, ты, обязательно!